Сейчас ты забудешь, как тебя зовут и сколько тебе лет. Смотри в центр этой иллюзии до конца этого видео. Когда я досчитаю до трех, напиши в комментариях свое имя и свой возраст. Получится ли у тебя? 1, 2, 3. Лучше не делай это с телефоном. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Оставлять телефон на зарядке на ночь. Особенно опасно это делать, если зарядка не оригинальная. Пока вы спите, телефон может загореться и также может деформировать аккумулятор. Если ваш телефон согнулся, немедленно уберите его от себя, он может взорваться. Не нужно брать телефон в ванную, пар и высокая влажность разрушают его детали. Почему некоторые ненавидят школу? Лайкни и подпишись. Это наличие бесполезных предметов, по их мнению. Оценки, которые ставят в школе. Многие родители ругают своих детей за оценки. Контрольные без предупреждения. Многих это очень бесит, когда у вас сегодня контрольный, а ты совсем не готов. Наличие большого количества домашних заданий многих очень раздражает и лишает личного времени. Что будет, если грызть ногти? Под ногтями находится целый рассадник всевозможных бактерий и грибков. Во время откусывания ногтевой пластины ты можешь повредить зубную эмаль. Помимо бактерий и грибков, под ногтями могут находиться и яйца глистов. Что ты об этом думаешь? Пиши в комментариях. Факты о людях, которые любят есть козявки. Они считают, как же это приятно увидеть на пальце большую козявку, результат упорного трехминутного труда. Также считают, что палец может лучше соскрести корки, а богатая бактериями высушенная слизь тренирует иммунную систему. А ты что об этом думаешь? Напиши в комментариях. Что будет, если родить в самолете? У ребенка может быть двойное гражданство. Ребенок может летать до конца жизни на этой авиакомпании бесплатно. Интересные факты о животных. Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть. Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км в час. Язык синего кита весит до 4 тонн, как большой слон. Скорпионы могут ничего не есть 2 года, а клещи 10 лет. Жираф может развить скорость до 50 км в час. Самые тяжелые собаки – сенбернары. Их вес может достигать 140 кг. Эта женщина не мыла волосы 20 лет. И вы не поверите, что у нее было в волосах. Девушка отрастила себе длинные волосы до пола и сначала ухаживала за ними. Но в какое-то время она приняла решение, что она устала ухаживать за своим волосом и перестала мыть его. Сначала ей было очень неприятно, голова и волосы чесались. Но спустя некоторое время она привыкла к этому. И она 20 лет не мыла волосы. И когда же стали смотреть, что у нее там находится, это был просто ужас. Там было очень много разных личинок червяков. Как часто ты моешь голову? Как ты относишься к этой ситуации и что ты об этом думаешь, напиши в комментариях. Ты точно этого не знал. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука, то вы не заплачете. Щенки далматинцев рождаются без пятен. Вороны умеют качественно имитировать человеческую речь. Мангалица – это единственный вид свиней, покрытый длинной шерстью, похожей на овечью.